приятней. И я зашла в магазин, чтобы посмотреть, какие новиночки появились, и заодно показать вам. Ого, посмотрите, здесь Popsy Girl. Посмотрите, здесь есть с синими волосами и с коричневыми. Да, там только синие. А что это за куколки такие? Это такие вот куколки. У них в комплекте 4 коробочки. Бывает... И в этих коробочках что? Какие-то аксессуары, да? Сережки, одежда, да, обувь. Вот такие вот они бывают. Таким. Красивые. На коробочку переверни. Вот. Да, еще бывают дополнительные наборы. Да. Вон он сбоку стоит. Много маленьких и одна большая. Вот такая. Это такой дополнительный наборчик с аксессуарами к ним. Так, что здесь еще у нас? О, смотрите, Лола для мальчиков. Да. О, сколько много. А вот это, кстати, какие-то такие, а вот еще, которые мы разыгрываем, кстати. Вот. Да, вы участвуете в конкурсе? Если нет, участвуйте. Наборы. Огромные какие-то еще с ними бывают наборы. Смотрите, какая миленькая единорожка. А еще есть точно такой же котик. Смотрите. Вот котики. Да. Единорожки. А что это такие? Они хорошенькие. Ого! Это единорожка! Какая прикольная! Для малышей вообще отличный подарочек. Милашка. Да. И такие еще, смотри, куколки какие-то вот сидят. Посмотри, они тоже что-то делают или просто? Смотри, я уже большая. Нет, они нейтральные. Ага. Выворачивается. Да. Перевертыш, игрушка перевертыш. Да. Давай дальше посмотрим, да, что. Это сейчас же идет Дракона 3. Вот, посмотрите, здесь есть интерактивный дракончик без зубик. Он интерактивный. Нажимаем его. Без зубик, какой хорошенький. Да. Он только урчит, что он может делать? Смотрите, какой. Посмотрите, вот Хардораблис. Да, правда, первая серия. Да. Но все равно уже он в магазинах. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Вот я зашла в вот такой вот магазин и хочу посмотреть новиночки и здесь. Мягкие игрушки. Завались кучей. А смотрите, какая единорожка интересная. Огромная лошадка. Шопкин Секрет. Шахерезада. С маской. И посмотрите, вот какой у нее брелочек. И маленькая-маленькая тоже куколка, точно такая же. Ничего себе, вот это мы зашли. Такую мы еще ни разу не видели. Круто. И еще вот такой вариант, смотрите, тоже новинка, тоже совсем-совсем новая. Куколка тоже в маске, это какой-то маскарад, видимо. И вот там что внутри может быть. И вот еще какой третий вариант. А вон еще какие есть лолы. Сейчас я поиграю вот такую вот игру. Здесь надо набрать очки. И я хочу с ней поиграть с мамой. Кто больше наберет очков? Да. Попадем мячиком или нет? Давай! Один. А где очки-то? 8-8-8?
Так, давай. Вау, опять 8-8-8. А, сейчас нет. Кидаем. А, мама не попала. Лео победила. Оно еще цвет меняет. Липуся! Смешная машинка, ножками, да? Ножками. Сама ножками управляешь. Да, и как тебе? Мамочка с ребеночком, да? Да. С лялечкой. С двумя. Еще в нижней есть. А тут что у тебя, туалетный столик? Да. И прибираться здесь, смотри. Да. И посуду мыть. Вот это домик, так домик.
посмотрим, кто выиграл в конкурсе. Итак, заходим на наше конкурсное видео, копируем ссылочку и вставляем эту ссылочку в специальную программку и нажимаем слово «Поехали». Сейчас мы посмотрим, кто же выиграет у нас. Кстати, друзья, следующий конкурс у нас будет на 2000 подписчиков. Так что участвуйте и приводите своих друзей. А кто же победит в этом конкурсе, мальчик или девочка? Интересно. Ведь в этом конкурсе у нас может победить и мальчик. У нас есть прекрасный приз для мальчика. Кто же это будет? Кто же? Сейчас программка у нас выберет победителя. Пока только наши друзья. Комментарии показываются. О, Дмитрий Левицкий! Мы тебя поздравляем! С такой замечательной победой, с таким призом. От всей души поздравляем тебя. Ты молодец, выиграл. Напиши нам, пожалуйста, свой адрес на страничку ВКонтакте, в Инстаграм или на почту. И поздравляем тебя! К тебе поедет капсула LOL для мальчиков.